В Башкортостане выделят 140 миллионов рублей на поддержку производителей детских товаров. Речь идет о компенсации затрат на покупку сырья и материалов, произведенного оборудования и программного обеспечения. Об этом стало известно на форуме «Мир семьи и детства», который проходит в Уфе. Ну, вот в целом в отрасли отмечаются сложности с высокотехнологичной продукцией, наличием кадров и дорогого оборудования. Также участники встречи обсудили и перспективы развития отрасли в регионе. Так, в регионе отмечают большой потенциал по производству и сбыту детской обуви и товаров для новорожденных, но не хватает мощностей для выпуска канцелярских товаров и игрушек. Никакого дефицита не было. Было очень-очень много самых разнообразных школьных товаров. Безусловно, два года пандемии, экономические санкции немного нас поставили в неудобное положение с логистикой, еще с какими-то трудностями, там, кредитными, валютными. Но, тем не менее, уже виден выход, уже очень многие адаптировались. И, как я говорила, готовимся к следующему сезону, к новогодним праздникам. Ну и оборот российского рынка детских товаров, по словам Цицулиной, в стране достигает 900 миллиардов рублей. Сейчас в Башкортостане работают 30 предприятий по выпуску одежды, игрушек, канцелярии и других принадлежностей.